На одном из чемпионатов Европы, если не ошибаюсь, вот она была, я ее запомнила именно по этому костюму. Она регулярно выступает на турнирах серии Гран-при. Как я уже говорила, это одна из ведущих гимнасток Беларуси на чемпионатах мира, поэтому довольно часто вы могли ее встретить. Да. Она опытная, именитая, титулованная гимнастка. Класс гимнастки сразу видно на площадке. Она входит в элиту художественной гимнастики мировой. Обратите внимание на работу предмета. Очень, лента постоянно в движении. Как я уже говорила, это очень важно при работе упражнений с лентой. Точные броски, точные ловли. Вот хореографическая сторона этого выступления такая. Сборная Беларуси всегда обладает хорошей хореографической подготовкой. Вот, кстати, очень часто так бывает, что спортсменки, которые, допустим, не достигают большого мирового уровня, они потом уходят в балет. Там, не знаю, балет на льду. И, в принципе, художественную гимнастику сразу видно школу вот у этих танцоров, у этих вот фигуристок. Закончила Любовь Черкашина свое выступление. Выступила гимнастка, молодец, хорошо. Я думаю, что оценки будут высокие.